Здравствуйте, дорогие мои подписчики, гости моего канала, смотрите, на берегу, как говорится, вот где мой брат живет, только вот внизу в огороде, смотрите, какая тут беседка, типа зона отдыха в летнее время, тут люди купаются, наверное, отдыхают, видите, вот, ой, какая красота, та-да-да-да, я знаете, почему сюда прошла, я услышала либо лебедей, либо гусей, вот знаешь, которые плавают, диких-то вот этих. Я услышала, думаю, пойду, как муж попадут они мне в кадр. Но, к сожалению, они ко мне в кадр не попали. Но зато попала вот такая вот красота. Вот так-то. Как красиво, правда? Вот знаете, я вот такое время, если честно сказать, я очень сильно люблю. Есть что показать, есть что снять. А вот зимнее время кругом все белое. А вот это вот, это у нас, ну это Краснодарский край, ну как же осень. Поздняя осень, получается, зима. Вот так-то.